Здесь есть все – любовь и страсть, предательство и верность, все то, что бывает в жизни между мужчиной и женщиной. Литературный театр «Диалог» представляет спектакль «Эхо любви». В ролях Сергей Гордеев и Лиза Каймин, автор сценария и постановщик Ирина Волкович. 16 октября в 5 часов вечера, театр 80 в Манхэттене. Билеты – dialogtheater.com, russianhotline.com и по телефону 212 920 4301.